В этом сезоне носить очки показано всем без исключения. Не столько для хорошего зрения, сколько для стиля. Каждый выбирает для себя. Хотите, сделайте операцию, хотите, мучитесь с линзами. Я выбираю очки. Мне кажется, что это очень стильный аксессуар, который хорошо делает характер и сильно помогает женщинам. Ирина Тонева в поисках своих идеальных очков. Для начала определяем ее тип. Широкий лоб и широкие скулы, форма лица напоминает квадрат. Вот и идеальные очки. Прямоугольные формы, закругленные к низу. Больше всего подходят темные очки, имеющие яркие оправы и низкую достаточно перемычку, которые перерезают лицо, делая его менее длинным. Это что-то новое, но мне очень близкое. Как вариант, с удовольствием. Может быть, мне и купить их, правда, да? А вот круглолицам нужно, наоборот, вытянуть лицо, чтобы оно казалось овальным. С этим справятся вот такие очки с широкими дужками, прямоугольной или слегка закругленной формы. Вот идеальный модный вариант. Можно выбрать очки более заостренных форм, которые направляют взгляд к виску, тем самым вытягивая лицо. Лицо сужается от висков к небольшому подбородку. Форма напоминает треугольник. Очки должны уравновесить широкий верх и узкий низ. Лучше всего с этой задачей справятся квадратные и прямоугольные очки со скругленными краями. Овал. Идеальной форме лица подойдет любая оправа. Можно экспериментировать. Спрашивать совета у мужа, мамы, подруги – пустое дело. Есть только ты и очки, и между вами должна возникнуть любовь. Нашли свою любовь? Учимся правильно краситься. Дальнозоркость. Очки будут увеличивать глаза и собирать их в кучу. Но достаточно подчеркнуть внутренний угол глаза светлыми тенями, внешний – темными. Черным карандашом нарисовать вот такие стрелки. Немного туши. Учтите, макияж не должен быть слишком ярким, иначе очки сделают его вызывающим. Близорукость. Можно накраситься поярче. Все равно очки смягчат все цвета. На подвижное веко наносим светлые тени. Темными прорисовываем складку. В этом макияже не бойтесь использовать яркие краски, так как очки отвлекут на себя внимание. Поэтому добавьте капельку блеска в центр века, чтобы макияж был более ярким и подвижным. Немного туши на ресницы, и макияж готов. Найдите свои идеальные очки и смело носите их. Ведь они в одно мгновение кардинально меняют образ. Ирина Насенко, Дмитрий Попов, Первый канал.